Ну, я бы пожелал на 8 марта девушкам. Оставайтесь такими же красивыми. Красивыми. Женственными. Счастливыми. Счастливой, радостной. И добрыми, скорее всего. Будьте добрыми. Чтобы был хороший характер, мягкий. Ну, больше мягкий, а не хороший. За мужчинами следили, за своими. Чтобы всегда понимали своих ребят. А за чужими не надо девушкам следить? За чужими нет. Это плохие девушки тогда. Быть верными. Верные. Я пожелал бы им таких молодых людей, ради которых не приходилось бы предавать, не приходилось бы совершать чего-то, что бы порочило их честь. То есть, по-твоему, девушка приходит это делать, это парни их вынуждают? Ну, я думаю, что это философский вопрос. Умные. Такими же умными. Ну, всегда были умными. Начитанными. Это вот главное, на самом деле, в девушке – мудрость. Потому что сейчас очень много девушек, которые симпатичные, но глупые. И этого никак не привлекает. Никак не привлекает. Никак не привлекает. Мне главное, чтобы были умненькие. Спортсменкам удачи в спорте. Любовь. Карьеристкам удачи в карьере. Любовницам любви. Мы вас любим и всегда готовы вам помочь. И всем фехтовальщицам говорю. Много не выпендривайтесь.